Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить две теплицы. Вон, где он? Самолет взлетает. Сегодня будем строить две теплицы арочные, 3 на 6. Будут стоять они у нас на брусе. Будет в каждой по 2 фрамуги. И, если не ошибаюсь, система подвески. Пока приехали, расположились, приступаем к работе. Мы заканчиваем сборку каркасов. Последние прогоны вот прикручиваются. Все установлено на брус, закреплено. Сейчас прогон докрутим и начнем крыть теплицу поликом. Закончили мы монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплица арочная 3 на 6 в количестве 2 штук. Поехали смотреть. Двери с форточкой у нас с каждого торца. Двери правые, все одинаковые. Теплицы получились абсолютно одинаковые. Имеется у нас 2 коньковые фрамуги на ручке. Система подвязки. По одной нитке на каждую сторону. Каркас сделан из профильной трубы 20 на 20. Покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Установлено все на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. Также есть диагональные усилители. Также есть резиновый торцевой уплотнитель для большей герметичности. Идем во вторую. Все то же самое. Только здесь у нас лежит еще 4 метра листа поликарбоната. Новатра. Это клиент попросил. Купил отдельно. Вот, кстати, таким поликарбонатом покрыта теплица. 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Все прокручено по периметру. Такая штука. Ага. Вот такие две красотки у нас получились. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока. Отходи. Где ты попадешь?